Сегодня я вам покажу удивительную оптическую иллюзию с водой. Вот у меня есть стрелочка, она смотрит влево. А сейчас что будет, если я налью в стакан воды? Ребята, смотрим внимательно в стакан. И вуаля! И теперь стрелочка смотрит вправо. Да, стрелочка поменяла свое направление. Свет, лучи света, попадая в воду, преломляются, и получается вот такая вот иллюзия. По центру ставь. Вау! Ух тышка! По центру. Вот какая красота. Вот какая у нас красота. И еще у нас есть одна заготовочка. Так, сейчас я ее выровняю по центру. Вот, вау. Получается, на картонке с левой стороны красный, а с правой синий. А в стакане наоборот. Очень красиво выходит. Это очень простой опыт, и его каждый сможет повторить дома. Очень красиво. И теперь вот Тима сделал вот такую гусеничку. Она у нас, да, она у нас ползет вправо. А теперь смотрим в стакан. А в стакане влево. Она у нас ползет влево. Ну, снизу да еще одна. Вот такая вот у нас красота получилась. Вот такая. Вот такая красота. Вот такая красота. Мне очень нравится, как выглядит. Если вам понравился опыт, ставь лайк и подписывайся на канал Супер-Тима. Становись всегда интересно. Пока-пока. Пока. Очень интересный опыт.